Че, давай еще разок. Че там? Есть! Аллилуйя! Давай! Нет! Приветствую всех любителей хороших игр, с вами Рирус, и мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на наших серверах, ссылку на которые вы, как всегда, найдете в описании под этим роликом. Вы можете заметить, что картиночка немножко улучшилась. Да, я наконец-то на своем старом привычном компьютере, отпуск закончился, все, можно с новыми силами начинать и продолжать работать на благо всех любителей Ark Survival Evolved. Продолжаем наше бравое дело. Ура! Еще вы, наверное, заметили, что задний фон немножечко размыт. Это... NVIDIA нас радует новыми функциями. Выпустила она такую штуку под названием Freestyle. Если вы обладатель видеокарт NVIDIA, то у вас есть доступ к этой программе Freestyle. Что она делает? При сочетании клавиш Alt F3 мы выводим такое меню. Не знаю, его, по-моему, не видно на видео, но если мы выключим эту штуку, то все, картинка становится нормальной. Здесь есть... всевозможные пресеты, можно самому настраивать, три пресета есть и множество функций всяких разных, которые можно выбрать. Выключаем, все нормально становится. Хоп, размытие, размытие можно настраивать. Можно вот так делать, немножечко еще размыть. Размытие вдали, вдали и вот как-то вот так все это делается. В общем, круто, весело и обалденно. Давайте придем к другому пресету, это называется ретро стиль. Ну, собственно, вот что меняется. И есть еще один у нас пресет. Туда можно добавить все, что ты захочешь. Можно поиграться со цветами немножко, насыщеннее их сделать. Изменить цвет вообще. Оп, и вот такая выдреглазная картинка получится. Можно убрать вообще насыщенность в хламину. А либо сделать немножко поярче. Контрастность, в общем, дофигища всего интересного. Но мне понравился больше всего вот этот пресет. Сразу фокусируется камера на главном персонаже, на нашем. Давайте его включим, и это будет выглядеть вот таким образом. Правда, с животного выглядит все, конечно, немножко по-другому. Ну да ладно. Не об этом сегодня серия, а сегодня серия у нас о риперах. Залетим от жнецов как следует. Хорошенько, всем трайбом. Выращивать будем уже в следующей серии, а в этой всего лишь залетим. Ну что ж, выключаем нашу замечательную программу. Она нам больше не понадобится сегодня, я надеюсь. И вот что... Вальстрас, это самый дамажный у нас сейчас Дрейк. Он был 175 уровня, я его немножко прокачал, 228 левела он стал, и у него сейчас 600 урона. Накачал я ему 10 тысяч здоровья и полторашку выносливость. Дамажит он как смерть с косой. При мейт бусте дамажит по 600 во вражину. Это жесть. Здесь коллекция моих Дрейков. Черная мамба, близнец, пельмень и Гаррис. Ну и еще вот этот вот замечательный Дрейк Вальстрас. Это все мои Дрейки, они находятся здесь. Ох, я совсем забыл вам сказать, что мы открыли трансфер. Теперь можно трансфериться между всеми нашими серверами. Это Island, Рагнарёк и Аберрация. Между ними есть свободный трансфер. Но на Аберрацию вы ничего не можете трансферить из животных. Никакое животное вы не можете сюда перенести. Но можете переносить сюда ресурсы и переносить сюда своих персонажей. А также с Аберрацией можно трансферить абсолютно все. И аберрационных животных можно туда-сюда гонять. То есть трансфернул на Рагнарёк, полетал там на Дрейке немножко, трансфернул его обратно. Вот по такому принципу работает, собственно, трансфер. Летающих животных здесь не будет. Мы поставили запрет на летающих Дина. Если вам каким-то образом удастся перенести сюда яйцо летающего Дина, вы не сможете его вырастить. Он будет вылупляться дикий и сразу, практически сразу умирать. Но если кого-то мы спалим на летающем Дина на карте Аберрация, то кара будет жестокой. Всем добра. Ох, Лена. Любит она это дело, любит она перестраивать базы. Не понравилась ей наша старая база. Говорит, все не так стоит, не все не на своих местах. Давайте, говорит, херанем новую. И хренанули мы новую базу. Здесь был такой кристалл, если вы помните. Вот, ну, примерно вот такой же кристалл, только он теперь вот так выглядит. Хотим сделать теперь круговую базу вокруг этого кристалла. И в середине будет, собственно, кристалл, который можно будет смотреть через стекло. Давайте зайдем теперь в эту базу и посмотрим. Мы здесь насадили уже органики, потому что нам сюда заразу притащили наши сатрайбы дорогие, когда пришли сюда без светящегося животного. И по всей базе у нас теперь бегают немлисы. Чертовы безымянные. А давайте зайдем сюда. Здесь у нас печечки стоят. То есть фармим, загружаем сюда.
Хоп, загрузился. Печки плавят, все хорошо. Все круто. Это наш подвальчик. Тут у нас стоит куча гриндеров, мы пока их еще не запускали. А на них очень можно хорошо прокачаться. Барашки тусят в подвале. Здесь медок. И охранники. Охрана Равагера. Равагеры у нас здесь тусят и охраняют, собственно, всю эту местность от немелисов. Дополнительно. Но также по везде расположены светящиеся Дина. Вот, собственно, видите, еще один Равагер. Вот печки, доступ к ним. Тут сейфы. Химстол. Турелька стоит тоже на все цели выставлена, чтобы атаковать, собственно, этих чудесных немелисов. Здесь у нас выход. Еще один. Он нам сейчас не нужен. Ну, здесь сейфы. Тут коптерка какая-то, да? Там, видимо, генератор. А тут еще один. О-о-о! Секретный нашел. Но вы его, конечно же, не увидите. Он будет у вас замазан квадратиками. Ну, собственно, вот они, равагеры. Поднимаемся выше. Видим здесь крафтовую зону. Ох, ты кушать хочешь, персонаж? Ну, кушай, кушай, конечно, кушай. Крафтовая зона. Как видите, теперь можно таблички вешать на сейфы. И также можно вешать их на холодильники. А вот, собственно, здесь все. Вчера ночью все подписывал, ходил. Ну, сейчас мы на это поподробнее посмотрим. Давайте глянем, что у нас здесь. Здесь мы подсадили растения Z и растения X, чтобы они защищали нас тоже от немелисов, чтобы они сюда не пришли, не раздраконили нам верстаки и все остальное. Это крафтовая зона, как видите. Доступ до печек есть. Можно так подойти впротную и посмотреть на эти печки. Вот так это работает. Здесь верстаки и прочая фигня. Ах, да, точно, забыл вам показать новый прикид свой. Теперь у нас он бело-фиолетовый. Модный паренек. Притащил я с Рагнарёка перчатки. А вот эти вот замечательные. Все хорошо. И да, давайте сразу вам покажу шмотки наши, что нам удалось повыбивать. Сегодня я выбил даже куртку получше. У нее 300 с чем-то прочности, но брони на 15 поменьше. В общем, фиолетово-золотой сет у нас теперь есть. Еле скрафтили штаны. Тютелька-тютелька, хватает места в станке, чтобы скрафтить эти замечательные штанцы. Пришлось использовать не органический полимер, а обычный. Это довольно-таки напряжно. В общем, такой вот сет, все хорошо, все круто, весело. Видите, хлыст тоже с Рагнарёка трансвернул сюда. И погнали смотреть, что здесь у нас есть. Ну, тут, видите, сейфы стоят. Пока что я просто навешал сюда холсты, пока их не подписывал, потому что на все переустановка идет. Не нравится, как стоят ресурсы. Немножко переставляется все это дело. Ну, в общем, тут уже можно видеть, что здесь волокно и файбер. Волокно и файбер, говорю, ага, масло, масло и маслица здесь. Волокно и солома, флинт и спарк, дерево, камень, паста, металл. Все подписано, все хорошо. Тут книжные шкафы стоят, и вот этот вот вид открывается перед нами. Но здесь его плохо видно. Там кристалл. За счет того, что у нас немножко сместилась местность, плохо видно кристалл. Ну да ладно, сейчас покажу вам этот кристальчик. Вы его увидите. Это кухонка у нас уже идет здесь. Дохренища холодильников. Они все были подписаны. Лена что-то тут химичит. Меняет таблички. Яйца, овощи, фрукты. Мажабери отдельно стоит. В общем, все, что удалось найти, все сюда прицепили. Стимулятор и наркотики здесь. Здесь древесный сок и опять файбер. Тут у нас скукоженные яйца для Василиска. И такая вот картинка интересная. Это нужны нам для приручения Василиска яйца. 90-е тут уровни, 20-е, ну и так далее. Здесь у нас кейк. Сладкий овощной кекс. Авирафтор такой забавный, конечно. Ну и здесь больше, по-моему, ничего нет. Ну, есть еще вот прайм, фиш, мид и бум. Поу, жареная баранина. Все круто и обалденно. Сверху у нас такой небольшой, даже не бар, а скорее это, как это назвать-то даже? Столовая, что ли? Ну, можно даже бар называть с одним столиком. Вообще-то наша трайбовская столовая. Здесь садишься, кушаешь такой хороший, и все хорошо. Здесь картинка с Рексом. Выглядит прикольно, мне понравилось. Давайте снимем шлем. Вот. Вот так теперь можно рассмотреть эту картину. Как видите, он какой-то джип. Орет на джип. Ну, собственно, из парка юрского периода. Сцена взята. Здесь я тоже хотел картину сделать, но не доставал до этого места, чтобы его раскрасить, и плюнул. Это Ктулху Фтагн, который что-то делает с женщиной. Видимо, ничего не делает, просто стоят они вместе и болтают. Ну, там краски, тоже поставлены цветочки везде.
И, собственно, вот здесь, ну, блин, теперь не видно кристалла. Немножко переделали местность, и кристалла теперь не видно, к сожалению. Зато есть вот такой вот, собственно, вид. Ну, а здесь еще в процессе стройки все идет, как видите. Она будет круговая, полностью закрытый кристалл. И вокруг кристалла будет вот эта вот замечательная база. Пройдем сюда. И пришли мы обратно в крафтовую зону. А, здесь тут теплица, забыл теплицу вам показать. Такая вот замечательная тепличка. Интересная, красивая, с окнами, здесь жуки тусуются. А здесь у нас комнаты. Комнаты двухэтажные будут. Комнаты для каждого. С балкончиком даже у некоторых. Для каждого игрока по комнате. Двухэтажный. Так, а где наша комната? Ну-ка, давай-ка вы... Вот тут наша комната, вот она. Вот такая вот. Ну, еще пока не доделана. Нужно будет достроить, и все будет хорошо с ней. В общем, такая вот база пока что. В процессе стройки, все активно занимаются строительством. Новая прическа. Теперь блондинчик. Да, птичка? Ну-ка, давай. О, давай. О, молодец. Все хорошо. В общем, так вот база такая, база так и жив. Живем, трудимся в поте лица, делаем вещи, как говорится. Ну, здесь заход на старую базу, на нашу. Тут что? Тут, как видите, все разобрано уже. Разбираем ее и будем что-то с ней другое делать, пока не знаю что. А водопровод я прокладывал. А, видите, какой красивый. Нет. Все, не переключайтесь, погнали заражаться. Пока мы тут готовились, я решил скрафтить вот такую вот хрень. Светомет. Видел в ролике, что по Немелису вот этой хренью направляли, и он скукоживался весь. Это, по идее, сконцентрированный заряд, который у нас излучается из наплечных животных. Такая же штука, она должна шокировать риперов. По идее, вроде как. Посмотрим, так ли это или нет, пригодится нам сегодня или нет. Вот такой вот, значит, светомет. Выглядит офигенно. Всем выйти из сумрака, называется. На правую кнопку мышки этот светомет можно поставить на землю. Вот таким вот образом. У него получается 50 слотов. Это своеобразная турелька. Включаем ее. Хлобысь. И она начинает светить. Можно выбрать у нее заряд. На максималочку поставили сейчас заряд у нее. Можно на маленькую дистанцию, на большую и на среднюю поставить. На большую поставили. Можно поднять ее повыше. Вот так. Чтобы светило, можно направить вниз. Можно менять направление. Вот так крутить ее. Куда захочешь. В разные стороны. И можно ее потом забрать обратно. И сразу все аккумуляторы, которые лежали в инвентаре, они тоже забираются автоматически. В общем, возьмем с собой таких две штуки. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, крутая. Зацените. Ладно, мы приготовились. Что нам понадобится для того, чтобы заразиться от рипера? От рипера, а не от трипера. Прошу не путать. Нам понадобится щит. Нам удалось найти вот такой вот щит почти на 5000 прочности, но его тоже будет мало. Мы уже ходили один раз с зелеными щитами на 3000 прочности. С двух ударов они их сносили, эти риперы. Мы нашли там 125-го, по-моему, левела. Записывал это на другом компьютере, так что не удастся мне это все выложить, так как доступа до этого компьютера сейчас нет, так как я опять нахожусь дома. Сделаем все заново. Ну, не получилось у нас заразиться. Получилось заразиться лоу-левельным. Элисар у нас заразился. Был у нас отцом-одиночкой. И его животное сдохло, потому что за ним никто не следил. Мы в это время были все заняты. Не вовремя он его вырастил. Ну да ладно. Сегодня сделаем все по-новому. Вырастим его еще раз. И у нас есть такая вот замечательная штукенция. Это коробка называется. Здесь она будет заделана. Здесь мы будем его, собственно, и выращивать. В такой коробке она должна быть закрытая, и через верх к нему заход должен быть, чтобы через верх к нему залазить, так как он может выпрыгнуть, если открыть дверь, либо через большие ворота выходить. Он на одну клетку вверх прыгает. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что все получится, надеюсь, что мы найдем хорошего рипера. Рипер Квин нам именно нужен. Обитают они в красном биоме, их полным-полно. Они, по идее, как альфач считаются, их очень сложно убить, но за них дают крайне много уровней. Вот прям вообще жесть. Я помню, парочку убивал, прокачал Дрейка не слабо так. Пойду на Дрейке хэпованом. Где у нас находится? Где-то его, короче, оставил. Ладно, потом найдем. На хэпованом Дрейке пойдем заниматься этими делами. Воткнем такую вот штуку на рипера, пускай она на него светит, потом подбежим, выключим.
либо буду вот так вот ее с Дрейкой сидеть и светить в него для полного счастья. Ну, в общем, сейчас все увидим. Что нам нужно сделать? Нам нужно будет Рипер Квина опустить до 2000 жизней, выключить все источники света, именно чарджа, именно заряда, весь заряд вырубить. И тогда он начнет таким розовым ореолом покрываться весь, светиться розовым. И в этот момент к нему нужно подойти, прикрыться щитом, и он вас чпокнет пару раз и засадит в вас своего эмбриона. И он будет вас расти в животе. Будет расти 12 часов. За это время вы можете его прокачивать. Весь опыт, который идет в персонажа, делится с детенышем. То есть детеныша нужно еще и прокачать, чтобы сделать ему плюс левел. В итоге можно замутить, думаю, хорошего 150-го рипера. Я думаю, мы сможем сегодня найти, если получится. Хотя бы 140... Какого мы там видели? 125-го, да? Уже видели, так что, думаю, еще выше сможем найти. Потом прокачаемся, и все будет должно у нас быть хорошо. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. Все, не буду отвлекать вас больше. Приятного просмотра. Вот он, пельмень стоит. Его нам нужно будет забрать с собой. Мы идем на то место, где 100% будет рипер, по идее. Оп, я первый. Да уж. Все, я нашел. Кокалок распушился. И трипер выпал, вылез трипер. Какой левел у него? 25-й. Сливаем. Давайте сливаем. Я попробую вот этим зарядом. Что с ним будет? Что с ним, что-то происходит? Да, что-то происходит, смотри. Да, не больно. Не шибко ему больно что-то. Ни хера ему не происходит. А, так тогда лупим. Опять звуки пропали, удары. Ну все, это 100% вариант, где рипер появляется. Возле входа получается. А вон еще один там. Сейчас этого уже добьем. Еще бежит вроде. Да, идет там. Рипер Квин, отходим. Ага, сейчас посмотрим, что за левел. Давайте похилимся сразу. Че, начкует что ли? Во, вылез. 10-го левела. Окей, также сливаем. Ладно, пробую еще раз. КЗ, ничего не происходит. Ты на Дрейка присел. Ну. А с этим вообще ничего не происходит. Покачаемся немножко. Неплохо с них левелов идет. С них эту хрень собирайте, феромон. Нам пригодится. В больших количествах. Отсюда просто идем дальше вниз и все. И они должны появляться. Мы точно так же и нашли в прошлый раз. 125-го. Все, идем дальше, смотрим хохолок. Желательно запоминать координаты. Давайте эти запишем. Есть у кого ручка с собой? У меня есть ручка. Давай, Лен, сейчас запишем корды. Где тут появляются? О, раскушился. Да? Вон он. Или это кто? Да, вот рипер. Ребята. Трипер? Да? Трипер нападает. Погодите. 45-го левела. Ну-ка ему еще раз. Попробуем. Не знаю, даже урон не увеличится, по-моему, у вас, когда его подсвечивал так. А тогда, если ты без светлячков идешь, один светит, остальные бьют. Так, а зачем ходить без светлячков? Не знаю. Что за бред? Не, она оглушать должна, на ней написано. Ну, видимо, на больших не действует, но на Немелисах может действовать. А Немелисы не вылазит, это где светлячок есть. Ладно, отсюда корды запишем. 69 на 69 координат. 69 на 69. Да. Первые координаты, которые нас интересуют. Так, распушился. О, вылез. Или пока это Пурловия, блин, вылезло. Значит, где-то здесь распушится сейчас. Да, все. Да, подальше. Корды. Координаты 70 на 65. Вон они. Или это один такой? Во-во-во-во-во. Какой левел? 115-й. Сойдет. Я думаю, сойдет. Давайте. Делаем вещи тогда. Я танкую. ХП у меня много. Херачим их. Приготовьтесь отключать заряд.
Давайте все, наверное, отключите заряд. Я один включу. Потом его выключу, если что. Угу. Пускай у меня одного будет заряд. Лупу, 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 лупу. Я смотрю. Блин, я забыл ее. Господи. Я смотрю. Ну смотрите, смотрите, надо будет потом взять полторы тогда. Тысячи. Ну, он все равно не зеленый, еще можно пока лупить. Лупить его долго будем. В любом случае. Ну-ка. На тебе. На тебе, зараза. Так, тихо, тихо, хп, смотрите. Сколько у него? Не бейте пока, подождите. 945. ХП осталось? Да. Все, отходим. Ой, я... ты 9400. Да ты гонишь? Карина. Проверочка. Я чуть не слез с Дрейка, блин. Сейчас бы отъехал же. Че там, че там, че там с ним? Не розовеет еще? Во-во-во, все. Розовеет. Все. Так, я слазю, окей. Он на мне. Сейчас на меня переагрится. Давай, друг, давай. Ну, я твой. Возьми меня. Ну, возьми. Ну, ты чё? Во-во-во-во-во, чё делает? Чё, давай, ещё разок. Чё там? Есть! Аллилуйя! Давай! Нет! Чемпионс! Я хилюсь. Да! На пигмени садись. Твою мать! Хилки дай тебе, Глеб. Меня сейчас только что изнасиловали, твою дивизию. У меня хилки есть, она фулах уже. Практически. Ну все, я валю тогда отсюда, да? Цветочек есть. Тебе сейчас откачаться все это время. А ко мне же в радиацию нельзя вроде как. А я в радиации сейчас нахожусь. Или а типа, что если костюм спадет? Угу. Поэтому нельзя. Ну, как окей. Тебе понравилось? Да, сейчас посмотрю. О, он половину брони мне коцнул. Сучок, а. Так, щит нормально выглядит. Сзади артроплевра. Сейчас скажу, сколько у щита. Да, он половину. Половина у щита еще. Хороший щит. Так, ну все, я тогда... Я здесь похожу с вами, наверное. Тебе качать. Да. Мы ходили вон туда с Антохой. Даже если я убиваю рипера, ему вообще нифига не падает. Надо, чтобы он вылез. Ага. Ну все тогда, я сейчас шмотки поменяю по-быстрому. Пошли, может быть, в синий биом, и там побьем. Не, надо сейчас еще всех заразить. Чтобы не пропало. Всех заразить же надо. Заражайтесь. Теперь вы. Заражаться. А я пока с вами побегаю на подсосе. Буду животных всяких убивать. Я думал, он мне светлячка ушатает, он не ушатал. Так, надо качать его будет тогда. Идем ниже тогда, за мной давайте дальше так же идем. Да, пошли. Главное не сдохнуть. Дальше мы очень долго лазали по красному биому, пока не наткнулись на одну интересную пещерку. О, пойдем сходим. Хотя нет. Ну просто посмотрим ради интереса, куда это вообще ведет. Угу. На поверхность, походу. Угу. А нет, смотри-ка. Какая-то пещера. Хера себе тут. Ого, я нашел, где буду качаться. Ну что, никто не хочет присоединиться? А мы тут пытаемся. Ой, жесть. Жесткая пещера. Справляйтесь там. Тут заныкалась, стоит, смотрит. Справляйтесь, говорит, там. Я как ДПСник. Я хочу координаты посмотреть. Запишешь, Лен? Лена. 85 на 48. Координат пещеры, походу.
Ну тут что-то не... О, луч красный нашел. Да ну нафиг. Штурмовая что винтовка такое? Выпала рецепт желтый. И седло готовое, желтое на Дрейка. 69 армора, надо кому-нибудь? Ну так берите. 25, давайте. Так сюда можно в одно жало приходить лутаться по-хорошему. Угу. А наверху там, смотри, еще дырка. Давай сюда сходим сначала. Тут поменьше живности. Офигеть тут. Вы посмотрите по карте, где мы находимся вообще. Просто мапу откройте. В жопе мира вообще какой-то сидим. Мишань, давай. Давайте-ка сюда. Немелис лезут. У меня Дрейк перевернулся на месте. Надо сюда наверх туда. Тут хода нет. Вон, я вижу какой-то проход. Мне кажется, это выход. Второй. Как мы вообще в эту пещеру нашли? Это что такое? Дырка какая-то маленькая. Сорок шестой уже левел этого рипера. Офигеть, здесь тварей. Ну тут нереально ее пешком пройти. Это просто, это Unreal. На Вознесение похоже. Там такая же тема. Просто мясо из Дина. Ну и здесь, как я понял, приручать их можно, этих Дин. Потому что левелаты не запредельные, а обычные. Так, я вот сюда хочу прыгнуть. Не горю желанием здесь еще и приручать кого-то сидеть. Ну туда прыгну. Как я понял, еще одна такая пещера есть, если посмотреть на координатах примерно 90-80. Там тоже угол закрытый полностью. Я там летал на локалке, так и не нашел проход. Да, судя по отсутствию животных, мы отсюда пришли. Лазь, посмотрю. Хорошо. Так, вот сюда можно будет подняться, где я сейчас. Там тоже проход есть. Я хочу вот туда вот перелететь.
на ту сторону. Тут их пипец. Давайте ко мне, наверное, пятачок на этот. Жесть, только экспы влить. Мы прошли до конца эту пещеру. Ничего удивительного в ней не нашли, кроме большого количества животных, где мы, собственно, и прокачали нашего будущего рипера. Но есть еще один очень хороший способ по прокачке. И есть еще один способ, как можно сделать себе 150-го рипера за 5 минут. Ну все, мы отсюда пришли, получается. Запомним вход. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо, 145-й рипер. Короче, мы нашли баг. Блин, где там рипер? 145-й рипер. Мы нашли баг, короче, вот это место. Смотрите, 68 на 73 координаты. На 72. Вы убиваете здесь рипера, если вам левел не понравился. Спускайтесь туда вниз, там еще один рипер сидит. Убиваете его, поднимайтесь наверх, и здесь рядом здесь еще один рипер. Дайте побьем его, ради приличия. Сколько там осталось быть его? Не смотрит никто. 18 тысяч. Еще бьем. Изи вообще. Так, стоп, смотрю. 11 тысяч. Светлячка, готовьтесь выключать. Лен, выключай сразу светлячка. У меня нет. Окей. Так, стоп, я одного включу, потом выключу его. Вы что, шутите? Вы что, шутите? Серьезно? На, серьезно. Я не верю. Ой, господи. О, яд. Да. Ну, идем сюда смотреть. Вдруг здесь появился. Да, распушился. Да, вон он. Все работает способ. Какой левел? 35-й. Вот 95-й там, по-моему, не? А, 95-й. Да, 95-й. Сливаем, да? Да. Возвращаемся назад, смотрим. Да, рипер появился опять. Кек, лол, что даже ты? Два штуки. Миша, наш выход. Да я выбрасывал лишнее все. 20-й. И 10-й. 10-й и 20-й, сливаем. В общем, вот такой вот способ. Сейчас еще раз продемонстрируем вам, что рабочий, блин, вариант. То есть ты уходишь от прорисовки, он сразу же появляется. Как с червями. Вот один в один, как черви работают. И рипера себе сделать топово, это на изичи вообще. Вообще на изичи. Я пошел смотреть, появился ли там рипер или нет. Да, появился. Блин, что это за... Вообще, это как с червями, вот один в один как черви на выжимке. Вот он слева, блядь. Да, вижу. Какого левела? Что-то не засек. 25. Сливаем. Ой, это грязь. Это просто грязь. Принцип такой же, вот просто один в один черви. На этих червях мы за день сотый левел делали себе. О, тут уже вылез. Ребят, тут уже вылез.
Тут даже два их. 45-й. 25-й. Сливаем? Ой. Чё это с ним? Не улети. Лен, веди его. А, ты все здесь, окей. Все, долбим. Так, ну мы тут бьем 110-го получается. Сейчас у нас одна залетит, деваха от него. 110-го левела. 20 тысяч хп. 18. Бейте, бейте, скажите. Все, как в прошлый раз не было. Вы тогда потом отбегаете, я подбегаю со щитом, правильно? Да, на светлячков всех отключите. Угу. Ты сразу щит поставь, а то он сейчас постом будет махать. Глеб, смотри. 7 тысяч, 6 тысяч, 5, 4, 3, 2, все. Сколько там оставить надо? Хорош, 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 хорош. Сейчас проверим. Розовеет. Нет, еще лупим. Не-не, все. Или нет? Подожди. Нет. Он как? Да, все. Сейчас будет. Мне щит убирать, нет? Нет, со щитом. Нет. Давай, дружочек, вду ей уже. Сломал? Второй бери щит быстрее. О, все, схватил. Схватил. Ой, красиво. Все. Плюс один у нас. Да, хилки быстрее, захиливайся. Все, и на Дрейка прыгай. Где он? Да вот он, Салазар. Возле нас. Уведите меня, пожалуйста, в YouTube. Включайте светлячков. Вот, спасибочки. Ой, изи, вообще изи. И что, мы нашли наконец-то. Где там она? Дайте посмотреть мне. Ну, где же ты, родненькая наша? Ну, короче, на 150-е. Сейчас проверим. Да господи. Кто за хп следит? 150-е. Рипер Квин. Я послежу. Так, как ты будешь сейчас, да? У нее половина уже. 18 тысяч. А светлячков всех отключайте сразу. Только у меня светлячок работает. Лена тоже отключай. 14 тысяч. 13 тысяч. 12 тысяч. 11. Я не вижу, я отключила, нет? Сейчас я проверю. Да. Я включаю. Лупите. По чуть-чуть. Кто там улетел? Так, все, хорош. Тихо, не бейте, посмотрю. 5000 у нее, давайте еще немножко. 4. 3, 2. Все, не бей. Отходим. Я вырубаю свет. Смотрим. Ну давай. Она не светится как-то, отходи. Подойдите, объясните кто-нибудь. Садись на пассажирку. Я отвел ее, короче, иди к своему. Что за бред, почему она не хочет? Ну, я знаю. Здрасте. Нет, она не красная. А что это красная? Стой. Вот теперь попробуем, давай. Щит поменяй как раз. Поменял. Во-во-во, все засветилось. Все, давай. О-о-о. Что такое? На мне броню снесла, я хоть и с щитом был. Понятно. Надо спасать. Я пошла, попробую пойти. Да, попробуй ты, я спасаю пока кактусы. Щит одела? Все, давай ты. О, она меня схватила. Все, сразу что ли? Да. О-хо-хо, все, поздравляю, Лена. Поздравляю. У вас будет ребенок. Все?
Все. И хилочки. Так. Сейчас идем тебя прокачивать. У нас тут 145-й квин, рипер. И это уже для кактуса идет у нас. Ох, ну, как видите, по счетчику в нижнем правом углу, сколько времени у нас ушло на все про все. Часа два, наверное, ушло на все это время. У меня осталось 37 минут, надо сейчас за это время успеть этого чертового рипера свести. Ладно, я слежу. 20 тысяч у него. 17. 17, 16. 2000 останется, вы просто подходите. Светлячков вырубайте все. Вырубайте, вырубайте. 6000. Лена, потуши. Так, все, светлячки, все хорошо. Только у меня осталось. 2500. 1000, все. Все хорошо. Все, не бейте, блин. Ждем. Подождем, пока он. Вот, все, давай, кактус. Звездный час твой. Иди. Сейчас он тебе вдует. Давай. Там мега. Я спасу. Наверное. Нет, он меня схватил. Он меня грызет. А меня мега схватил. Он меня проткнул. Бегите. А, тебя. Сука. Убейте мегалозавра. Иду. Да тварь, а. Что стало с твоей беременностью? Ничего. Видимо, у меня двойня будет.